макияж? Вытерли руки. А ты кремом намазала ручки, да? Да. Да? Ой, много крема на руках. Ты вот так ручку об ручку повытирай, повытирай. Вот. Разотри его. Не можешь? Тебе помочь? Да. Да, давай помогу. А губы какие у тебя красивые. Ты же уже накрасила губы. Больше, может быть, не надо уже? Ева. Ой, красивые губы. Да неужели у тебя красивые? Красивые. Красивые, очень красивые. Ой. Целуем тебя. Носик к носику. Все. Теперь у меня тоже. Видишь, губки накрасишь. А ты открыла? Открыла. Вот, ты открыла. Открыла, конечно. Зеркало нам. Женщина. Красавица, моя красавица. Вот. Мой зайчка, ну покажи мне губки. Боже мой. Вот женское начало. И скажите, что оно не проявляется. Только увидит косметику, она четко знает, для чего это нужно. Да никто ее не балует, чтобы она тут красилась. Ну ладно, один раз. Один раз можно. Оно, ну, достаточно уже, наверное. Я, потому что когда много, это очень некрасиво. Так, если знаешь, чего же ты так много рисуешь. Ева. Красотка, хватит, может быть? Хватит? У тебя уже, ты далеко уже накрасила, посмотри. Мимика, это совсем... детская. Посмотри на меня. Красивая такая девочка. С накрашенными губами. Ну вот. Никак у нас тут не удается. Так, так, вот так вот. Где-то же видела она жесты подобные. Ну и что здесь еще? Ну что, проверь, что это. Большая ревизия. Бабушкиной косметички. Что это? Что это? Ну не знаю, что это такое. Ага, ну только если ты в глазик попадешь, тебе будет неприятно. Чуть-чуть, только касаемся. Так, как уже? Вот так закручиваю. Приобретаем опыт. Да. Ну, с другой стороны там откручивается. Это маленькая-маленькая кисточка. Вот так. Маленькая. Вот. Все. Чуть-чуть все. Ты коснулась немножко. Что-то ты сильно тут коснулась. Дай-ка, дай-ка. Подожди. Убери. А то будет некрасиво. Все, хватит. Ой, все. Как тебя зовут сегодня? Белоснежка. Как? Белоснежка. Вот, сегодня Ева Белоснежка. Ну, достаточно, очень длинно ты накрасила теперь. Смотрите, посмотрите на эту красоту. Мама мия. Хорошо. Коля! Позови Колю. Колю позвать. Сейчас, чтобы он оценил тебя. То есть зовем мужчину, обратите внимание, чтобы мужчина оценил. Подумаешь, Галя тут оценивает. Это все не то.
проявление. Согрелась, да? Тепленькая? Так, пошли Колю звать.